С 22 по 28 апреля по инициативе Федерального агентства Росрыболовства и правительства Москвы в столице нашей Родины пройдет первый всероссийский фестиваль «Рыбная неделя» в Москве. Это значимое событие для рыбной отрасли России. Его цель – продвижение отечественной рыбной продукции на внутренний рынок. Представители рыбоперерабатывающих предприятий смогут пообщаться непосредственно со своими покупателями, с будущими потребителями этой рыбной продукции, смогут заключить выгодные для себя контракты, будут проходить дегустации на 8 торговых площадках города Москвы, на 8 площадях будут развернуты ярмарки по реализации рыбной продукции. Даже многие рыбные рестораны включаются в ход этой ярмарки. К началу ярмарки на прилавках Москвы появится именно крымская рыбная продукция. Мороженое тюлька, хамса, барабуля, черноморская ставрида. Это можно считать возвращением крымской рыбной продукции на российский рынок. Росрыболовство объявило о запуске национального бренда «Русская рыба» для содействия в продвижении отечественной рыбной продукции на внутреннем рынке. По мнению агентства, благодаря санкциям русская рыба дождалась своего часа, а российские потребители получили возможность отказаться от импортных продуктов сомнительного качества в пользу 400 видов российской промысловой рыбы. Это событие тоже значимое и важное, потому что многие российские рыбодобывающие, рыбоперерабатывающие предприятия не имеют собственного бренда. И появление общего бренда «Русская рыба», который сможет использовать каждое рыбоперерабатывающее предприятие, поможет выделить нашу рыбную продукцию, увеличить спрос на нее. Ведь сейчас настроение в России патриотические. Мы хотим, чтобы покупали именно нашу рыбную продукцию. Планируется, что фестиваль посетят до 4 миллионов человек. Азово-Черноморское территориальное управление Росрыболовства приглашает компании-производители Крымского федерального округа принять участие в предстоящем фестивале и показать свою традиционную рыбную продукцию. По вопросам участия в рыбной неделе в Москве можно обращаться в Крымский отдел Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства. Севастополь, проспект Героев Сталинграда, 64. Телефон 41 96 86.